Температура воды в аквариуме – один из важнейших параметров, определяющий, кто в этой воде сможет жить. И если золотые рыбки или аксолотль не нуждается в теплой воде и предпочитает прохладную воду, то другим жителям необходима теплая вода. В этом видео предлагаю вам познакомиться с обогревателем от компании Aquael из серии Platinum. Platinum представляет собой стеклянный нагреватель, который оснащен высокоточным электронным термостатом, который позволяет регулировать температуру воды в диапазоне от 20 до 33 градусов и поддерживать заданную температуру с точностью до 0,4 градуса. На первый взгляд ничего нового, однако не спешите так говорить. Данный обогреватель отличается интуитивно понятной системой настройки, которая необходима для встроенного электронного термометра. Нагреватель Aquael Platinum обладает системой выбора необходимой температуры One Touch в одно касание и встроенной диодной индикацией заданной и выставленной температур. Производитель заявляет, что встроенный электронный термостат обеспечивает непревзойденную точность поддержания заданной температуры. В серии Platinum представлено 8 видов обогревателей, которые отличаются между собой размером и, соответственно, мощностью, которая подбирается под необходимый объем аквариума. От 10 до 25 литров, от 15 до 50, от 35 до 75 литров, от 60 до 100, от 90 до 150, от 130 до 200 литров, от 180 до 250 и от 230 до 300 литров. Естественно, выбирая обогреватель, желательно брать с запасом. Например, на 100 литров лучшим вариантом будет не от 60 до 100, а от 90 до 150, чтобы обогреватель не работал на предельной мощности. Производитель Польша. Гарантия 2 года. Предназначен для пресноводных, морских аквариумов и акватеррариумов. Способ установки вертикальный, допускается горизонтальное расположение. Максимальная глубина погружения до 80 см. По инструкции, включенный обогреватель без воды может находиться не более 20 секунд. Этого времени должно быть достаточно для того, чтобы выставить необходимую температуру. Но я, конечно же, выставляю температуру в воде, нарушая правила безопасности. Прошу не повторять за мной. Вообще, совать руки в аквариум с включенными приборами запрещено. После отключения и извлечения нагревателя из воды его следует отложить для остывания. Выставляем нужную температуру. Выставленная температура подсвечивается светодиодом. Если температура на данный момент ниже выставленной температуры, мигает соответствующий светодиод до тех пор, пока не нагреется вода. Благодаря светодиодам смотрится данный нагреватель интересно и современно. В принципе, с таким нагревателем в некоторых случаях можно вовсе отказаться от термометра.